Камнем вниз упал с небес, проклятый Богом за интерес. Крылья свои он потерял, и на душу, и на века душой пропал. Кто-то услышит музыку снов и узнает, что такое любовь, но возвратиться снова назад нету пути. Черный ангел ночью не спит, черный ангел в небо глядит, и ему уже не помочь. Черный ангел проклял свою плоть. И снова всем привет. Сегодня второй день заканчивается, уже подходит к концу, сейчас 7:30 вечера. Вот. Я прочитал рекомендации, которые мне дал врач. Как выяснилось, там написано, что ночью протез снимать не обязательно. Точнее, нежелательно снимать протез на ночь. Первые 1.5-2 месяца. Также в рекомендациях сказано, что нужно купить зубную щетку с Ворсом Хард. И чистить протез с мылом, со специальной, можно использовать специальные таблетки. Это что касается ухода за своими протезами. В общем, я сегодня песню под гитару пел, правда, у меня гитара сломалась. Ангел ночи, сгоревшая душа, больно очень так падать свысока, и по земле тащить свой крест за любовь, за интерес. Будет прощение свысока, и будет подана Божья рука, но отвернувшись от помощи той, ты станешь сильным, ты станешь собой. Черный ангел ночью не спит, черный ангел в небо глядит, и ему уже не помочь. Черный ангел проклял свою плоть. Короче, у меня гитара разбита, у нее гриф треснул, сейчас она уже играть нормально не сможет. Да и перья только выкидывать по ходу дела. У нее гриф треснул от старости. Что могу сказать по окончанию второго дня? Меня все пока устраивает. В общем, следующее видео, скорее всего, я запишу через неделю. Потому что, ну, как бы каждый день я, наверное, вам надоем. Расскажу, что произошло в течение недели. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх и до новых публикаций. Пока. So I'll keep hustling, you keep struggling, bitch, I'm humbling, keep